Еда вместо бомб. Такую альтернативу предлагают молодые ивановцы в ответ на надвигающемуся кризису. Идея акции не новая, пришла к нам из-за рубежа. Это был своего рода протест на завышение бюджета военных учреждений и сокращение социальных расходов. Мы считаем, что еда – это право, не привилегия. Еда должна быть бесплатной, в принципе. То есть, как одна из вещей, которая необходима для выживания человека вообще в среде. Получить бесплатную еду те, кто в ней действительно нуждаются, могут еженедельно, по воскресеньям. В час дня на привокзальной площади ребята разворачивают социальную столовую. Акция рассчитана прежде всего на бездомных людей, как самую незащищенную категорию населения. Приходят пожилые люди, какие-то, ну, люди, которые живут на грани бедности, цыгане иногда приходят. Ну, в общем, да, еда нужна, они рады, благодарят за еду. Еще с собой просят иногда. В этом году состоялось уже 3 подобных акции. В условиях экономического кризиса в России раздача бесплатных обедов оказалась весьма актуальна. После введения продовольственных санкций против Запада, соответственно, в России продукты, даже элементарные продукты, такие как капуста, картошка начинают очень сильно расти в цене, это видно от недели к неделе. Вот, поэтому многие люди урезают свой семейный бюджет. Поскольку большинство этих молодых людей вегетарианцы, то и обеды ребята готовят без использования мясных и молочных продуктов. Но если знать кулинарные секреты, получается очень вкусно. Продукты мы берем на оптовых рынках, приходим, разговариваем с продавцами, объясняем им, вообще суть нашей инициативы, то, что вот мы хотим приготовить еду для нуждающихся, там, бездомных людей. Вот, и порой они даже бесплатно отдают. Вот, например, сегодня помидоры для подливы, да, нам дали бесплатно около 3 килограмм. В прошлый раз ребята готовили гречу с овощной пережаркой, а на этот раз в меню рис с овощной подливой. Бабушки приходили, ну, мы им предложили, такие, ну, как без мяса, что с гречей. Вот, попробовали, понравилось, взяли добавку. Рассказали потом своим знакомым, они пришли потом к нам. Вот, нравится. Но некоторые, конечно, смеются, там проходят мимо, фу, без мяса, как так можно без мяса есть? Хотя бы тушенки добавили. Вот, ну, без тушенки вкусно. В активе акции примерно 10 человек. Каждый помогает, чем может. Кто-то добывает продукты и готовит еду, а кто-то раскладывает обеды и наливает чай. Периодически ребятам приходится собирать средства на гарниры, хлеб и одноразовую посуду. На днях в поддержку акции был проведен благотворительный концерт. Приезжали многие рок-музыканты из Белгорода, Костромы, Нижнего Новгорода, Коврова. Вот. И мы собрали что-то порядка 3000. То есть этого нам хватит на, может быть, 5 акций. Подобная акция «Еда вместо бомб» уже проводилась в Иванове около 5 лет назад на этой же самой площади. Но через 2 года затухла, так как не стало действительно нуждающихся в бесплатной еде людей. На этот раз активисты готовы кормить ивановцев горячими обедами на время холодов. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иваново.